This Bible talks about Jesus Christ, which is speaking to the Pharisees. Я думаю, что прежде всего Иисус будет судить злые сердца, потому что злые слова исходят из злых сердец. Это местописание, которое есть в вопросе, взято из контекста, когда Иисус говорит с фарисеями, у которых как раз-таки, может, на устах были и добрые слова, но в сердцах их было зло. И поэтому, что касается нас, христиан, мы, конечно, тоже люди, мы тоже совершаем ошибки и в том числе произносим какие-то плохие слова, но мы должны возрастать во Христе, чтобы произносить те слова, которые Он произносит. Я считаю, что, да, что каждое злое слово будет судимо, но особенно будут судимы те люди, у которых сердца злые.